Так, вот свет не включается, пока не вставишь карточку. Карточку убрал. Сейчас свет должен потухнуть. Вот свет потух. Карточку заново вставляю на место. Свет сжигается. Дальше поехали. Туалет. С подсветкой под раковиной. Интересно. А где свет? Пока непонятно. Телевизор. Только что работал. Сейчас выключился. Ну, вот такой номер. Здесь бар с алкогольными напитками. Его закрыли. Крышка. Это я. А, вот он свет. Вот свет нашелся. Так, ага, вот душ. Душ нужен. Душ нужен. О, это опять я. Привет. Вот здесь у нас. Здесь у нас. Что такое? А, мыло, наверное, это мыло. Мыло. Это у нас лосьон для тела написано. Ну, да. Фен. Зеркало. Чистое. Нет моей помарки. Да. Это опять я, привет. Телефон. Рядом с унитазом. Прикольно. Зачем? Полотенце. Ну вот. Вот такие вешалки. Болтаются. Подкрутить надо. Так, ковер. Что-то мне в обуви неохота ходить здесь. По-моему, в обуви не надо ходить. Снимем сейчас. О, как хорошо там без обуви. Так, свет. О. Да. Так, дверь. Дверь открывается тоже этой карточкой. Это есть ключ. Даже есть глазок. Так. Вот тут шкафы. О, сейф. А номер какой? Непонятно. Это у нас зачем? Это что, это мигает? Мигает зеркало. Ну-ка. О, перестало мигать. А, это режимы такие. Не понял я пока, почему он мигает. Так, что это такое? Это, наверное, связано с обувью. Это что?
спички, что ли? А, нитки. О, как раз у меня петелька-то порвалась у куртки. Вот, хорошо-то как. Вот у меня петелька-то порвалась. Вот, порвалась петелька. Спасибо. Сейчас. Надо же. Ручка, бумажка, еще телефон, вода. Так. Зеркало. Это сколько же зеркал тут? Так, так, так. Тут вот еще вода. Ага, номер на 3 человека. 3 воды. А, номер на 2 человека, 2 кровати. А третьему суждено спать на каком-то раскладном диване, кресле. Ага. Так, понятно. Бюджетный вариант, знаешь, какой-то. Так, ладно. Шкаф. Шкаф. Зеркало. Опять зеркало. О, какое зеркало. Везде зеркало. И тут зеркало. Так, что же это такое? Не понял. Что это такое? Это одевать... Одевать на ноги, что ли? В общем, я пока не догадался, что это такое. Ладно. Так, это что? Пожалуйста, уберите номер. Ну, вот когда я выйду, повешу, чтобы знали, что надо убирать номер. Так, я тут не открывал. Так, ну все, вот такой номер. Телевизор. Он же включился как-то автоматически, когда я вошел. Ну и ладно, мне телевизор не нужен. Так, это сообщение для нас, гостей. Это у нас коды. Угу. Ну вот, мусорка. Ничего нету, чисто. Мусорка. Комод. Комод, комод. Вот еще свет, интересно, свет у них. Вот, потух. Вот это кондиционер как раз мне нужно. Сейчас мы поставим 22. Вот так. 24 получилось. Мне надо похолоднее. Опять 24. А, о, заработал. Так, ну вот, все, картина висит. Криво. Висит. Сейчас ровно. А. Ну, плинтусов там нету. Вот, плинтусов нету наверху. Да. Так, вид из окна. Вид из окна. Здесь у нас вот такая ручка. Открывается. Ого. И вот. Это у нас проспект такой. Закрывается. Вот у нас там улица. Так, сейчас свет выключу. Оп. Так, 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 так. А, лишь бы батарейка не села. Вот у нас тут окно на всю стену.
Ладно, потом покажу при свете. Так, окно на всю стену и вообще. А, высота 19 этаж. Видно все. Ночная Казань. Ну, тут на камере вообще, конечно, плохо видно. А глазами красиво. Вот. Погода хорошая. Не облачная, не дождливая, сухая. Это вот зеленый центральный вход этого Корстена. Так, ну сейчас я свет включу. Покажу окно большое. Так, что-то мне это не нравится. Вот это вот. Мне надо как-то попрохладнее. Не понял я, где здесь что, память. Ладно, так, вот окно. Вот окно на всю стену. Небольшой такой уютный номер. Окно на всю стену. Четыре секции, одна из них вот открывается. Что такое? По-моему, батарея отопления такая. Зачем здесь батарея, действительно не нужна уж. Может, это защита? Вот. Да. Высоко как. Ну, на камере здесь плохо видно.